трех городах республики прошла акция «Зарядка со стражем порядка». В этот день сотрудники полиции Махачкалы, Каспийска и Избербаша провели зарядку для детей из школ-интернатов и детских домов. Кроме того, стражи порядка продемонстрировали учащимся приемы борьбы и самообороны, после чего подарили воспитанникам школы спортивную экипировку и угостили сладостями. Общероссийская акция приурочена к 300-летию образования полиции России. Ее главная цель – пропаганда среди молодежи здорового образа жизни.